Меня и зовут Кореньков Ярослав. Чем давно занимаешься? Ну, на протяжении 8 лет. Конечно, было периодически возникает такое желание бросить, но все же с каждым днем, каждый после школы прихожу, заставляю себя. Иногда бывает лень, иногда даже хочется поспать после школы. Но все равно приходится идти, развиваться, показывать результаты. Это уже была вторая Россия, также неудачно прошла. В этот раз, в прошлый раз выиграл схватку, потом уступил. И, ну как уступил, сначала выигрывал, потом проиграл из-за травмы. А в этой схватке прям сразу же вылетел. Обидно, конечно, можно было и выиграть этого соперника. Если в двух словах, то в принципе неплохо. Ну, две схватки отборолся. Вроде все довольны, как я отборолся, да и мне самому понравилось, какие я действия там совершал, какая борьба была. Третья схватка не удалась, соперник слишком сильный был. Да, в принципе, ничего больше сказать не могу. Надо готовиться и дальше становиться, развиваться и становиться сильнее, чтобы выигрывать таких ребят. Участвуйте перевод на него снова, на Батыра. В прошлом, ну, там я на России тоже смог стать вторым. Соперники тоже были не слабые, получилось получше, чем в этом году. Но ковер – это такая штука, она непредсказуемая. Сегодня ты чемпион, в следующий раз ты даже в призы не войдешь. Соперник из Дагестана был. Он стал на этом турнире пятым, за третье проиграл. Он очень хорошо, достойно боролся, но мне можно было тоже показать результат. Наверное, не до конца допахиваю в зале. Может быть, уверенности не хватило на соревнованиях. Ну, еще борьба это такая... Это ковер это показывает периодически. Иногда выходишь, и мандраж очень сильно вызывает. Например, на тренировках во много раз лучше борюсь. Ты нахавался? Ну, чуть осталось 6 минут борьбы, и все. Так, сюда, двинься. Может, и устаю, но я восстанавливаюсь от этого морально и физически. Все же, ну, на ковре у тебя мысли очищаются. Ты, когда занимаешься, ты ни о чем не думаешь. У тебя цель просто закончить тренировку. На соревнованиях, да, тяжело, но когда ты выигрываешь своих соперников, ну, облегчение, приятное ощущение от этого появляется. Надо добавлять в тренировках, отработки больше проводить, больше после тренировок работу. Ты прозевал. Не хватает техники больше. Физически, думаю, нормально был подготовлен, дыхалка хорошо развита. Цель задачи – подготовиться к следующей России и выступить куда лучше, чем в этом году. Ну, ты доволен, недоволен собой в целом? Нет, недоволен. Хотелось бы все же в призах быть. Готовиться на молодежную Россию в следующем году, выступить отлично, но перед этим надо отбороться хорошо на округе, попасть в тройку и отобраться на Россию, а там задача войти в призы. Я считаю, что если ты потратил столько времени, то тебе хоть какая-то, но нужно занимать какие-то хорошие призовые места. Все, я. Goodbye, все, свои, все, до свидания.
Спасибо.